Сегодня столица Карачаева-Черкесии праздничным концертом дала старт основным торжествам в честь столетия региона. На центральной площади Черкесска выступили артисты кавказской эстрады Султан Лагучев и Ислам Итляшев, а также популярные исполнители из Москвы. Жителей республики поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Атмосферой праздника зарядился и наш корреспондент Артур Мхце. На главной площади Черкесска сегодня праздник в честь столетия Карачаева-Черкесии. Поздравляем нашу республику с днем рождения. Желаем процветания, мирного неба над головой. Счастья и здоровья всем. С днем рождения, Карачаево-Черкесская республика. Перед жителями и гостями региональной столицы выступили популярные артисты кавказской эстрады и гости из Москвы. Со сцены звучали полюбившиеся многим хиты и новые композиции. Каждое выступление сопровождалось эффектным лазерным шоу. Пришедшие на концерт зрители подпевали своим кумирам. Катившиеся со сцены от исполнителей волны эмоций как бы накрывали поклонников зажигательных песен Ислама Итляшева, Султана Лагучева, а также московских гостей из Five Star Family. Завтра концертная программа продолжится на открытом несколько дней назад стадионе «Нарт». Жители Карачаева-Черкесии услышат песни в исполнении звезд российской эстрады – Зары, Басты, Стаса Михайлова, а также артистов нашей республики – Рината Джанибекова и Ислама Итляшева, государственного ансамбля танца «Эльбрус» и других творческих коллективов. Для удобства происходящее на спортивной арене представление будет транслироваться на нескольких экранах, установленных на центральной площади Черкесска и в амфитеатре парка «Зеленый остров». Артур Мухцем, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.